Ульяновская шахматистка Валерия Клеменова вернулась в родной город после выступления на турнирах. Сначала школьница участвовала в соревнованиях в Москве. Там Лера состязалась в возрастной группе до 21 года. И, несмотря на разницу в возрасте, заняла 3-е место. Было 9 партий, я набрала 5,5 очков, и я единственная в турнире проиграла только одну партию. Отрыв от 2-го и 1-го места был 5 лет, получается, уже довольно много было, по возрасту намного старше меня, но я не чувствовала никакой неуверенности из-за этого, из-за того, что они постарше, и старалась просто играть. Затем Лера побывала на командном чемпионате России в Сочи. Там она получила возможность сыграть за сборную Новосибирской области и заняла с этой командой 4-е место. И я играла на 2-й доске, тоже сыграли достаточно отлично мы и заняли 4-е место, поделили 3-е. Прошлый год я тоже участвовала в этом турнире и сказали, что главное – это лучше сыграть, чем прошлый год. И, конечно, после турнира сказали, что очень хорошо сыграли мы команды. Валерия Клеменова занимается шахматами с 7 лет. В минувшем году стала чемпионкой Европы в своей возрастной группе. Также в ее активе победы российского масштаба.